Еще раз хочу показать вам, как на дороге выделяется кварц. Вот мы видим обычная парковая дорожка, которая отсыпана известняковым щебнем. И, пожалуйста, вот видите, известняк, и очень выгодно на его фоне выделяется кварцевая галечка. Сейчас я ее сполосну водой, и мы посмотрим ее подробнее. Ну вот, приняла галечка водные процедуры, стала более яркой, прозрачной. Вот как на солнышке просвечивает. Видим излом раковистый, видим зернистую структуру, что дает нам основание говорить о том, что это не халцедон, не сердолик, а именно кварцевая галечка. Давайте еще раз на солнышко посмотрим.